Я купила бабушке еды, иду ее проведать. Очень много снега, очень много снега. Я не знаю, как она выбирается оттуда, из своей избушки. А вот здесь уже дороги нет, только тропинка. Сегодня минус 25. Не знаю, как там бабуля греется в своем доме. Привет! Привет, Шер! Иди сюда! Ты меня не узнал? Где у тебя хозяйка? На! На! Пускай! Татьяна! Телефон у нее не работает. В общем, пар изо рта идет. Apparently she still lives here, but she wasn't here for, I think, for pretty several days because it's so, so cold. And I brought some liver sausage for her dogs. Ой, мне кажется, у нее что-то с зубами. She has some problems with her teeth because he can't chew on sausages. Ой, poor dog. The food, dog food, it's just pasta, and это в лед превратилось. It's freezed. It's like ice. Даже подсолнечное масло замерзло. Обалдеть, как же здесь холодно. Печку, похоже, давно не топили. Что на спинке? Полысела. Девочка, ты полысела, малышка. Кости и картошечка. Вода в лед. Они поставили балки, чтобы потолок не упал. Ритузы сушат свои тут. Значит, она все-таки живет. Тут, похоже, собаки спят на этом тряпье. Я дала ему баранки, но он не ест. Значит, не такой оголодавший. Значит, тебя кормит бабушка. Да?
провалилось все, вся крыша. Все, пойдем, дам тебе колбаску. Пошли, пошли. Будешь? Будешь хлеб? Не будешь? Молодец. Пойдем, Степа. Степа, иди сюда, иди сюда, иди сюда, Степа. Вот так. Пока, малыш. Пока. Передавай бабушке привет. Мы еще вернемся. Мы еще к вам в гости зайдем.